in the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking mint. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads would be like, ah, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. В красном углу ринга боксер, который проводит 12-й поединок на профессиональном ринге, разрешите представить из города Гурджани Георгий Абрамишвили, Грузия. В синем углу ринга чемпион славянских стран 2012 года. Непобедимый боксер, который проводит свой 16-й поединок на профессиональном ринге. Разрешите представить из города Топола Петр Живкович, Сербия. Формула боя. 8 раундов по 3 минуты. Рефери в ринге, судья Европейского боксерского союза, мастер спорта Владимир Коваленя. Listen to my commands and good luck. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай.
Brain. Закончился первый раунд, и ваше внимание обращаю в красный угол ринга. В красном углу ринга находится боксер Георгий Абрамишвили. Поддержите его аплодисментами. Георгий Абрамишвили, Грузия. Город Курджани. Рост боксера 168 сантиметров, при весе 63 килограмма. Провел 11 боев, 8 побед, 4 из них нокаутом, 2 поражения, 1 ничья. Могу сказать, что Георгий Абрамишвили не женат. Тренирует этого боксера тренер Пажа Квисерелли. Я вас познакомил с боксером красного углу ринга. Формула боя 8 раундов по 3 минуты. Впереди еще 7 раундов. Итак, гонг. Отгремели аплодисменты, и я продолжаю вас знакомить с боксерами в ринге. Обращаю ваше внимание в синий угол ринга. В синем углу ринга находится боксер Петр Живкович. И я попрошу, поддержите его аплодисментами. Петр Живкович, Сербия. Город Топола. Рост этого боксера 175 сантиметров, при весе 65 килограммов. А Петр Живкович провел 15 боев, одержал 15 побед. 15 боев, 15 побед, причем 9 побед нокаутов. Петр Живкович имеет высшее
высшее образование, закончил экономический университет, не женат. Удивительное дело, вот все боксеры, которых я сегодня представлял, не женаты. И тренирует этого боксера тренер Игнатович. Итак, гонг. Vraćaj ruku, no bravo, bravo. Buši.
Música, bro. Дамы и господа, победу в этом поединке одержал техническим нокаутом Петр Живкович, Сербия! Шестнадцатая победа. Thank you for the fighting. This is the 16th fight and the 16th victory. Скажите, у меня к вам вопрос. Вы вообще допускаете возможность, что, ну, может быть поражение? Вы вообще теоретически допускаете такую возможность? Can you imagine just theoretical possibility of you just not victory? Нет. Нет. Но это слово хорошо знают даже сербы. Нет. Поражения нет.